Что делать? Упаковали, говорю. Упаковали. У тебя носочки прикольные, дай сниму. Нет. Ну дай носочек. Да ты. Да то я не видел. Да что вы говорите? Это свеженькое. Ты их прям отслеживаешь? Да. Просто когда я перед вас на физру еду. Ты еще в одинаковых носках ходишь и на физру, и в класс? Да. Ну ладно. Второй? Обязательно второй? Да. Я же его уже мерил. Еще померяем. Мне кажется, ты не сильно вырастешь. Завязывай. Это 42-й, да? Хотя, может, ты вырастешь. Там музычка прикольная. Это, короче, играет живая музыка. Из колонок музыка и поют. Живо поют. Ну сейчас, наверное, из колонок только, да? Сейчас даже слов нет. Ну такой их заправлять некуда. Ладно, короче, вот так можно. Берем? Да. Ну ладно. Я прям даже в них хочу пойти. Привет. Держи, сынок, это тебе на кроссовки. Что-то слабенько они у тебя на кроссовках. Идем. Очередь нормально. С неба. Да, что-то хотел тебе сказать. Штука, говоришь, поможет? Должна. От чего? От мокроты внутри. Так ты будешь кроме прибегать со своим девайсом? Он. Это маленький балбес. Я нет.
Вот. Что там? Золото. 40 процентов на золото. Какая пока лесть. Пью-пью-пью-пью-пью. Пряник. Я не хочу пряник. Лапу? Нет. Кого? Пчелку? Не, я корзинку возьму. Здрасте, а корзинка какой крем у вас? Что? Корзинка какой крем? Крем был с чизом. А? Чиз. Чиз? Чиз. Чиз? А, это улыбаться надо? Давай тут пойдем. Давай тут пойдем. Так, короче говоря. Меня Анямба разорил. Вот эта штука стоит 170 рублей. Саня сказал, что она вкусная. Саня надеется, что она вкусная. Я не знаю. Если она не вкусная, Саня будет ее есть всю. А если я взял корзинку? Это помидор? Помидор? Это помидор. Что это? Это помидор. Правда? Уверен? Пойдем девушку спроси. Это похоже на помидор. Ешь. Ягода? Ягода вкуснягода? Какая-то не русская. Азербайджанская? Это что-то северное. Что-то северное. Не так, белый. Откусил. Крем будет, когда крем закончится, дашь мне еще? Угу. Там, что-то, нет, вот так. Бери. Не догрыз? Да. Почти доели. Пойдем. О, ты все ягоды уже поел? Я пока тогда доем. Субтитры сделал DimaTorzok.